новая машинка. Для этого мы сейчас возьмем белые листы бумаги и склеим, да? Так, чтобы у нас был побольше листочек, побольше, и мы можем побольше рисовать, да? Слушай, сейчас нарисует дорогу, какую он захочет, да? Да. И посмотрим, как наша машинка будет работать, как она будет ездить. Нарисуй. Вот можешь прям на всю. Вот так рисуй по всей бумаге. Ну-ка, что у нас тут будет? Главное, что не надо прерывать. Так, ну все, давайте, запускаем. Да, это маленький экскаватор, да? Ну, включай его. Чудо, да? Машинка с глазами. Да, видите, как это... Как будто глаза, смотри, видит дорогу, куда ехать. Да, это вот такие. Ой, застряла. Потому что, видите, там чуть-чуть был стык. Мало мне. Да, и неровно было сделано. Нарисовали у нас именно на этом. Вау. Вот это чудо-машинка. Вот это настоящее чудо. Да, это вот такие новые технологии машинки. В них что-то добавили? Ну, это, наверное, какие-то сенсоры специальные. Что еще нарисую? Надо только четкую линию. Четкую, толстенькую. Поставь ее здесь. Бабушка, можно вот так? Эту линию вот так, бабушка, можно? Ну попробуй, рисуем, посмотрим, что она будет делать. Ищет и нашла. Вот это самые новейшие машинки сейчас. Классно! Ищет дорогу. Можно я потом это вот так? Как хочешь. Okay. Твоя машинка, это твоя фантазия. Рисуй как хочешь. Супер машина. Настоящее чудо. Сейчас посмотрим, повернет она на эту маленькую новую. Так, мы поняли. Надо равномерно. Вот если равномерно, то она хорошо едет. Okay. А если тоненький и сильно толстый, то ей как бы трудно распознавать. Окей, okay, может так. Это так. Бабушка повернула. Да. О, повернула. Смотри, она даже по твоим этим... Ой, а ну-ка ты ровнее рисуй. Она ведь, смотри, ездит нормально. О, сколько ты ей сложностей рисуешь. Ой-ой, сколько сложностей. Смотри, так, потом надо... Смотри, поворачивает по всему твоему лабиринту, который ты рисуешь. Посмотри, посмотри, какой маршрут ты сложный сделал ей. Потом она... Вот так. Ух ты. Смотри. Вау, смотри, какой сложный маршрут. Она все ищет, ищет и находит. Да. Тебе нравится машинка, Эль? Да. Очень? Да. Ты доволен? Да. Ты доволен? Да.